Ничего тебя не держит. И тут, черт возьми, слышишь звон колокольчика. Это рассвет любви, Тантай. Что ты здесь делаешь? Добрый ребенок, Нанти, но у тебя мало опыта. Не говори, что ты девственник. Возможно, не знать это. Но учитывая прошлой жизни, откуда это? Ты странный ребенок, но можешь стать кем-то особенным. Хочешь быть поэтом? Какая странная у нас семья. Отец Гардена зовет его к себе. Как нахрен жизнь? Вот как мы живем здесь, в этих суровых землях. Хорошо выглядишь даже после избиения. Если не уйдешь, станешь тем, кем тебя считают. Мне нужно сделать что-то, чтобы заставить себя перестать думать, что ничего не стоит делать. Ты у меня много мелодий в голове. Я могу создавать мелодии, а ты можешь создавать слова, что скажешь. Бах, гонг. Я все это время ошибался. Как мог быть таким тупым? Словам нужна музыка, поверь мне. Мой двоюродный брат может петь, как птица. Твое красивое лицо достаточно хорошо для Ира и для Top of the Pops. Это станет забором живой музыки и мерча. Мой брат решил стать рок-звездой. Он думает, что секс и наркотики сделают его лучшим автором песен. Я не прошу тебя шпионить за своей семьей. Я приказываю, ты должен петь о том, что делаешь. О своей жизни будет еще одна группа. Бомба на железнодорожной станции Ковентри. Я хочу, чтобы вы все знали, что теперь мне нужна эта группа. Мне нужно, чтобы она работала. Я не знаю, как это будет. Либо мы следим, либо разберемся и сгорим. Поэтому дай мне свое время. Я дам тебе свое. И мы сделаем все блестяще. Ведь ты даешь мне увидеть и почувствовать. Ты обретешь все эти замечательные вещи в реальности. Я надеюсь, мы не дерьмо. Нет, не будет дерьмом. Захватим старый чертов мир.